Привет, друзья, и дайте я угадаю, вы соскучились по The Masked Singer Show? Окей, сегодня мы посмотрим с вами новый трек, называется How Am I Supposed to Live With You. Очень знакомое название, не помню, какая группа исполняет, вот, оригинальная. Может... Окей, в комментариях я не вижу, давайте посмотрим. Пришлось надеть кепку, блин, а то как в предыдущем видео придется, блин, головой мотать, и потом все волосы просто будут... Оу! Это, кстати, какая-то новая маска, да? А, нет, мы смотрели. Это, по-моему, из первого выпуска. Это, кстати, второй сезон, кто не понял. Он вот-вот... Лара Бриниган. Окей, опять какая-то спокойная... Ой, его я помню еще из первого сезона. Блин, душевно поет, черт возьми. У него, кстати, еще здесь эта штука у него прикольная. Великолепно. Голос у него самый такой, знаете, мягкий из всех. Чувак просто задумался. Знаете, да мурашек пробирает. О! Это кто? Знаете, с каждым выступлением новые декорации. Как же они ответственно к этому подходят, организаторы самого шоу. Прям, знаете, какие-то воспоминания идут. Знаете, охота послушать оригинал именно вот этой песни. Где-то что-то в комментариях пишут? Вообще ничего не понимаю. Блин, я не знаю тайский, к сожалению. Класс, просто класс. Опять же, публика, да? Блин, какая же поддержка, да, у певца? Блин, это красиво! Вау! Не знаю, я бы дал просто максимальный балл за это. Знаете, спать охота. Я к тому, что голос сладкий прям такой, как колыбельная. Cool. Класс! Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий, я читаю все комментарии, и, блин, ребят, скоро вернутся, я надеюсь, топ-комментарии, я знаю, что многие спрашивают, и
не знаю, просто тот вид, который сейчас мы имеем, да, он неинтересный. Возможно, я добавлю топ-комментарий в виде монтажа в начале. Не знаю, подумаю. И если ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям, ведь это несложно. До следующего видео, пока!